Недавно житель Лас-Вегаса нашел двух маленьких котят, которые сидели возле мусорного бака и плакали, зовя кого-нибудь на помощь. Мужчина сразу же забрал питомцев и связался с местным приютом, чтобы там позаботились о малышах. У тощих котят была сильная инфекция глаз, из-за чего они не могли даже моргнуть. Кроме того, от питомцев исходил стойкий запах мусора. Волонтер Ники Мартинес решила забрать их на передержку, вылечить, а затем пристроить в хорошие руки. Девушка накормила животных и искупала их. Чтобы полностью избавиться от неприятного запаха мусорных отходов, понадобилась не одна, а несколько ванн. Котята были счастливы наконец, их животики полны еды. Чистые и довольные малыши замурлыкали, прижались друг к дружке и уснули в мягкой постельке. Ники вместе с супругом круглосуточно ухаживали за питомцами, кормили их и обрабатывали лекарством глазки. С каждым днем котятам становилось все лучше и лучше. Всего за несколько дней братик и сестричка стали намного энергичнее и игривее. Они подружились с Ники и с ее супругом и хотят, чтобы их обнимали. Котятам больше не нужно беспокоиться о еде и крыше над головой, ведь у них теперь есть все необходимое, и они могут забыть об уличной жизни. Сейчас питомцы счастливы, как никогда прежде. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и также подписывайтесь на канал, где вы найдете много разных невероятных историй спасения животных.